Наверное, если быть объективным, то надо быть объективным. Я думаю, что, в общем-то, результат сегодняшнего матча, наверное, закономерен. Я имею в виду, в каком плане, все-таки, ну, практически, когда ты 90 минут играешь без мяча, в основном только обороняешься, рано или поздно все равно где-то вот так говорит, допускаешь ошибку, вот, в оборонительных построениях, вот. Ну, к сожалению, в общем-то, оно так и получилось, потому что, ну, обороняться всю игру, не имея никакой, будем так говорить, контраигры, вот, когда у тебя мяч после отбора и выхода в атаку на втором или на третьем касании опять же теряется, поэтому я говорю, линия обороны все время под нагрузкой, все время как бы тратит много физических сил, играя в обороне. Поэтому, в общем-то, это, наверное, привело к той ошибке, которую мы допустили на последних минутах матча. Пожалуйста, ваши вопросы. Денис Хальцев, Подпятилев. Денис Хольц, Подпятилев. Сергей Васильевич, ожидали ли вы такой для «Спартака»? Потому что, действительно, как вы сказали, то, что почти все 90 минут «Спартак» атаковал. Ожидали ли вы такого прессинга со стороны красно-белых? Ну, в принципе, в общем-то, мы изучали соперника однозначно, смотрели игры, и можно сказать, что, в общем-то, по тем играм, которые команда проводила, Шинником, допустим, с тем же Сочи, в общем-то, видно было. Хороший контроль мяча, очень хороший контроль мяча. В общем-то, есть игроки, которые, в общем-то, ведут игру. Вот. Ну, сегодня, в общем-то, ну, однозначно команда прямо хороша была, еще раз говорю, в отборе. Постоянно создавала, будем так говорить, численное преимущество при отборе. Ну, в общем-то, ну, очень плотно играла, поэтому, наверное, в общем-то, у нас в этом плане, будем так говорить, ничего не получалось в атаке. Мы не могли зацепиться за мяч, потому что, я говорю, соперник постоянно накрывал нас в момент приема мяча. Вот, поэтому, еще раз я говорю, в общем-то, наверное, это все, будем так говорить, заслуженная победа. Ну, радует прежде всего игра по сравнению с первыми матчами, когда у нас все-таки, наверное, даже больше где-то обороны играли, и такой целостной игры не было, то, я считаю, вот вторая игра, в плане качества игры мы сделали шаг вперед, и в Новосибирске, я скажу, мы также неплохо играли, были моменты, но не повезло где-то. Сегодня тот качественный шаг, который мы сделали в Новосибирске, я считаю, мы сегодня продолжили, и еще где-то чуть-чуть улучшили игру. И в целом, я считаю, заслуженная победа, мы больше владели преимуществом, больше атаковали, больше опасных моментов было. Да, могло по-всякому случиться, и в конце там у факела был момент при счете 1-1, но в целом, я считаю, конечно, закономерная победа.